Так, что это заканчивается? Какой-то кофе симбочки. Кстати, сегодня буду готовить симбочки спагетти в его кафе. Да, или обслуживать других, которые хотят хавать за 0 рублей. Если что, симбочки, если ты это смотришь, то я тебя уважу. Так, давай сделаем тебе тут аккаунт. Войти. Ну давай войдем, вдруг типа надо, ну, сохранение типа пригодится. Да, кстати, потом поменяю этот никнейм. Обещаю вам, обещаю. Все, отлично. Первым будет достижение. Симба кафе. Погнали. Давай-ка. Привет, вот, хотя бы. Привет, друг, я знаю, что... Ну да. Ну давай. Так, я знаю, сейчас я... А можно свалить отсюда? Не, не, нельзя. Тут барьер какой-то. Потратили и симбаксы. Да ладно. О! Я заметил, что они Бенчика наняли сюда. Есть Бенчик-повар еще. Понятно, да я уже знаю. О, мы первый посетитель. Два бургера тебе надо, так? Да я знаю. Бенчик, да я принимаю работу. Отлично, все. О, мы получаем бургер. Давай еще. Давай, на запас, надо сказать, на запас. Все, 4 бургера. Давай, ты же хотел... Обожаю себе кафе. Я тоже. Я потратился один. Вот. Или тебе еще надо? Я тебе даю. Так, а! Бургеры! Тьфу, я еще не сделал бургеры, оказывается. А, вот, теперь уже бургеры. Ну, круто, что у них теперь тут этот крипер, шапка крипера. Йога тут. Новый год давно прошел, конечно. Ишь ты, да, бургер захаваю. Мое любимое место в Симба-кафе. Мое тоже теперь любимое. Так, пойдем. О! Пойди, чуть-чуть потише, чуть-чуть погромче, вот так. И вот и все, теперь ты готов. Да, пожалуйста, не забудьте о моем ресторанчике, ой, точнее, о твоем. Да, точно ты. Это мое, это мой ресторан. О, похаву, молодец. О, нам деньги сейчас даст, дай деньги. Подай-ка. Хорош. А деньги я могу выкинуть? А, я понял. Обожаю себе кафе. Что-то за 20 баксов у нас есть. Еще столы. Это что у нас? За 25? Да не, дай поднакопим денежек. О. Два бургера тебе надо. Ну, сейчас булки привезем, так. Дай нам булки. Отлично, так. Теперь Бенчика берем, давай, Бенчик. Все, отлично, он нам дал булки. Как-то он долго это все берет, эти булки ваши. Так, все, теперь. Ой, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Ладно. А, реклама, спасите. Фух, спустя 50 лет эта реклама тупая закончилась. Реклама всегда будет. Хотя бы подсказывать, вдруг я. Вдруг у меня будет приступ, да? О, ты мне тут уже бургер давай приготовил. Получить бонус 30% это. А, получить баф. А, давай серьезно, везде тут реклама. Так, я зачем-то смотрю рекламу, наверное, сейчас я интернет отключусь, надеюсь, не будет, типа, вместе выключить. Ой, интернет пропали, или ты вот отключил, включи обратно. Я получил баф. Думаю, это мне поможет. Так, давай, поешь, похавай. Не хавай. Отлично, сейчас получим бабки. Сейчас я стану богатым. О, они уже сейчас деньги притащат. Отлично, деньги накопил уже немножко. Так, за 40 что-то есть. А стены прозрачные. О, автомат с газировкой. Сейчас надо побольше заказать бы. А ты можешь тут в настройках? Нам поменять язык. Угу. Сюда. Давай, принимай. Давай-ка.
кто помещается. Поесть. Ладно, допустим. О, у нас есть кто-то, который здесь даже будет хот-доги готовить. О, тут можно пару раз даже, отлично. А, другому типа нужны сосиски. Другой принимает хот-доги, понятно. Будет не только бургер, будет хот-доги. О, кока-кола. Значит, кока-кола нам делать будет, отлично. Напитки то, что надо. Отдай напиток. Он кока-кола нам что ли будет делать? Или это доктор Пеппер? А, не мог просто подавать бутылки с кока-колой? Нет, надо именно в с трубочками, да? Пофиг типа, да? Вот представь. Ровно через час меня забанят на ютубе про эту игру. Пофиг тебе, да? А куда мне положить-то? Я могу куда положить? А, я могу могу надевать. А, блин. Ладно, придется выбросить. Придется выбросить, но ничего страшного. Тау-тау-тау-тау! Наверное, единственный, который играет в эту игру. Ну, может, это тоже закачал на кого-то нету. Отлично, я получу немного денег и... Спагетти! Ваши. Так, давай, принимай бургеры. Все. А что это? А, он не только ими колу дает. Давай колу и вот, на один пару бургеров давай. Тут вот так, и тут вот так. Вот, удобненько. Давай будешь еще принимать. Так, еще. Вот так гораздо удобнее. 4 там, 4 там. Ну, отлично. Надо вообще прокачать бы нашего Симбу, но... Что-то не все какие-то, ну, лапы какие-то, ну, ладно. Не буду так, а, фу, я могу забрать. Спасибо, что помогаешь. Можно так, типа, скипить рекламу? О, да, можно, это шикарненько. Отлично, все-таки так можно скипать. Так, уже заберем наше это все. Кон напитки. Бесплатные напитки. Кто? Ну, дайте напитки. А, те бургеры нужны. А денежки оплатить. Точно, извините, забыл. Это бы чуть больше, я поиграл бы, собственно, в эту игру. Так. У нас там бургеры еще. Вот там еще одна банка. Так. Че, в коробке пришел? Странный какой-то. В коробке ходит. Здесь так уютно, да? Кого что, себя дома? Так, так, так. Что можно купить? Вот это давай купим. Еще столики, да? Типа. Да, еще столики, да, столики. Че так много? Ну, тут даже какие-то мелочи, это уже очень много. Так, тут только бургеры, ну, немного колы. Его это все, в принципе, хорошо. Но нам запасы надо. Ой, как сильно гаш мне уже нагревается. Так, 3 бургера сюда. Давай, принимай работу, мужик. И ты давай. Сейчас, сейчас. А тут, а, она ждут, кто это что хочет. Колы, бургеры эти. А, ну, тут ну, всем по одной надо. Сейчас тогда... Давай, хавай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Теперь надо еще попить. Последний стаканчик тебе отдаю, ё-моё. Всё, отдал последний стаканчик, чтобы не принимать наши денежки. Давайте. Кому бургер бесплатно отдам? Бесплатно. Или тут всем вроде бесплатно дают. Так, это ты что хочешь? А, тебе надо 2 колы. Ну, блин, почему нельзя, типа, это убрать, типа, потом кому-то дать, а? Или я должен только это прокачивать? Угу. Как, ты же можешь тут прокачаться? Или это максимально? Ай. Не очень, конечно, игра. Да не, в принципе, неплохая. Ставлю ей, знаете, сколько? Ну, 9 заслуживает. Давай, вот так, так. Так, забираем бургеры. Забираем кока-кольку. И тут берем. Все у нас тут. Посетителей у нас много. А, реклама. Да Симба, хватит мне уже эту рекламу пихать. А, тебе надо еще одну колу. Ай, выбросить, а.
Давай, это мы уже подберем наши денежки. Я уже богатенький, можно сказать. Я уже немного прокачивал. А это не туда, не туда. Так, нам нужно сейчас колу. Кока-колу нам надо. Без нее никак. Вроде в некоторых городах вроде колу запретили. У нас вот в моем поселке у нас еще продают кока-колу, не только. Что угодно, короче, давай тебе вот кока-колку или доктор Пеппер, но не энергетики. Ты знаешь, что кока-колка готова. Все, и у тебя бургеры соберем. Как-то так. Давай. Ну, отлично. Мне придется выкинуть. Класс. Смотри, такой бомж такой. Ой, халявная еда. Спасибо за денежки. Я очень доволен. У меня уже 100 баксов. Давай куту прокачаем. Это что, 25? О, картинка. Красивенькая. Все-таки привлекают клиентов, да, такие. Во, какая картинка. О. Я могу теперь выйти? Неужели? А ну-ка. А-а-а. Я должен пойти 150 баксов. Вы издеваетесь? Да это будет миллион лет. Ничего, сейчас все быстренько сделаю. Не переживайте, я все делаю очень быстро. Я же скорость. Гонщик нелегальный. Я не ту скорость, он свинит. Он профессиональный. Тебе покой, радости. Будем все добивать, так сказать. На максималке. Кончик нелегальный. И не со скоростью. Я вот реально какой-то мощный сейчас. Я все коробки забрал. Мужик приедет там. Ну, даст мне еще вот такой как. А, ну он быстро приезжает. Вот так в реальной жизни. Заказал что-нибудь с интернета. А, тебе надо дать. Та-та-та-та-та. Все, отлично. Давайте-ка. Кто-то что там наши хотят. Так, упаковка. А, два бургера. Ну, сейчас все быстренько, мужик. Сейчас все быстренько. А, один напиток. Кто-то просил. Я знаю, что реклама может быть по... Наверное, в этом уже оглохли давно. Так. И тебе два бургера. А, отлично, хорошо. Сейчас накопим деньги. Вроде нам уже ничего не надо такого, наверное. Давай, принимай. А почему нам типа. А где тут типа магазин скинов? Или он потом появится? Так. А ты что хочешь? Ты хочешь два бургера? Но у меня есть как раз тут еще три. Блин, придется типа потом выкинуть, а? О! Че в красном? Это могу, что ли? Что тебе? Ну на. А как рассмотреть его шляпу? Вкусно, наверное. Я бы хотел тоже попробовать. Эти бургеры. А, у меня тут напитки. Ну, давайте напитки все возьмем. Все напиточки, давай. Пей. А другой просто, наверное, выкинуть. Подожди, подожди. Может, тебе еще? А, тебе нужен бур... А, у меня колка как раз есть. Две колы тебе надо. О! Нет, это просто в этом шлеме от мотоцикла. Ну, понятно. Я могу купить за деньги, типа, чтобы пойти в город, что ли? Что это даст, типа? Рекламу какую-нибудь? Ты что хочешь, а? Две колы, что вы хотите, а? Я не успеваю. Ой, та-та-та-та-та. Хотел же делать и то. Так, вот, на запас, я же запасливый пацан. Так, отлично, мы запаслись уже, давай. Сейчас я приниму, а ты будешь пока же другое делать. Тут напиточки, так, ой, так. Кто напиток хотел? Напиточек. А, тебе не надо. А тебе? Нет, тебе бургер. А, ты попить хотел как раз. Надо сначала поесть и потом попить. Так, забираем бургеры. Кто хотел бургеры вкусные? Так, тебе вот надо. Давай-ка еще. Ты пока принимай. Пока бери-то. А я пока есть тут заберу. Пойди фу, не туда. Так, 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 так. Бегом, бегом, бегом. На запасы, на запасы, на запасы.
Так, 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 так. А? Хоп-хоп. Ты что, выпасы прокачки, типа? На тебе еще коробочку. 4 бургера. Так. Еще заказываем наши. Наберем наши бургеры, кто там хотел. Да, вот тут награда прям. Рекламу мне каждые 5 минут. Ну, Бенчик пока все хорошо получается. Он хорошо, если это делает. Так, у нас тут напитки на чуть-чуть остались. Вот бургер, надо как раз побольше. Да, думаю, сейчас вот тут напитки подаем. Кто хотел напитки, свежие, сладкие напитки? Ой, это уже свою очередь, чтобы уплатить. Ё-моё. Ёлки-палки. О, пати-пати-я. 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 Забираем наши бургеры. Ой, какая очередь же. Какая очередь. У кого-то, зачем у кого-то такую шляпу с пауком? Я бы обосрался. Тут, ладно, обделался. Сейчас столько денег получу. Смотри, какая очередь, а. Сейчас я богатым резко стану. Я докоплю уже. Могу в город пойти. Да, все, что будет там? Давайте попробуем перейти в следующий уровень. Добро пожаловать на второй уровень! Спасибо. И все. Я тут деньги дали. Вау, торнадо из денег. Там закрыто. Покупаем первые столики. Отлично. 80 баксов. Так, там у нас опять же все так же. Опять же, у нас мужик приводит коробки. Так, давай-ка мы сразу в запас пойдем. Чтобы у нас все было забито. Так. Сейчас, не переживай. Сейчас будем пока готовить бургеры, а потом уже все остальное. Так. У нас это наш повар, который готовит наши бургеры. Кажется, очень удобненько, быстренько тут. А мусорка еще рядом, если бургер типа подгорел. Удобно. Сотка. Сотку надо. Не понял. А куда мне идти? А, тьфу, тут у меня даже места меньше. Это кто? Хотите нанять стерильную минуту за... Да нет, спасибо, не хочу его. Может, все равно... Ой, тут все хотят есть. Приходи, посмотри рекламу бесплатно на Алиэкспресс. Только на Алиэкспресс. На какой это видео идет. Сейчас быстренько посмотрю. Так, я посмотрел, сколько там идет, но, в принципе, не так уж и много. Опять, вот, посмотрим мое предыдущее видео про Симбочку. Надеюсь, что эти видео я буду набирать хотя бы, ну, там, по 100 просмотров. Я не надеюсь, что это не зря это все делаю и стараюсь для вас, выпуская видосы. Гораздо чаще, да. Вы прикиньте, да не хочу ничего тратить. О, наконец-то, 3 человека доели. Хотите нанять официанта? Естественно, сейчас я рекламу посмотрю и вернусь. Так, давайте с вами посмотрим эту рекламу, но без звука. 12+, кому 12+, тут можешь смотреть рекламу. Кому нет 12+, тому надо закрыть глаза или выключить это видео. Ну, хотя бы поставить лайк. Давайте наберем на этом видео 3 лайка, и следующее видео про кафе Симбочка выйдет очень скоро. Но 3 лайка, я думаю, это будет легко, поэтому дам такую задачу. 4 лайка! Если вы справитесь, то будете красавчиками. Пати-пати-я. 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 Так, отлично. Мы досмотрели только. У нас будет официант на целую минуту. Вот это то, что надо. Все, давай. Носи все, минуту. Так, а пока еще никто не... А, тут у нас деньги. Конечно, получить. Я хочу получить. Как получить? Закрыть. Тут бабки же много больше, чем обычно.
Ну-ка, давай-ка... Нет еды. А-а-а, сейчас, мужик, сейчас. Ты уж будешь тащить у нас еду. Сейчас, быстренько тебе, сейчас, давай тащи, братан. Я... Ой, зачем этот бургер? Ты чё, там еда? Пам, тоже возьмет. Но это все равно, если уже два. Нет еды, я знаю, сейчас принесу. Ой, тут денежка. Неплохо, да я богатый становлюсь каждой секундой. А? Этот турнир даже гораздо лучше, чем предыдущие. Но там было как-то легко прокачать. Тут уже новенькие локации есть. Давай-ка. Ну, давай, мужик, давай. Быстрее. Я знаю, что твое время... да не хватит мучить мое терпение. Ну, думаю, давайте сейчас вот... Накопим на что-нибудь такое. Давай, мужик! Забери целый. О, как много. А что? 150? А это сколько? Закрыто! Вы хотите вернуться? Да не, я не хочу, спасибо. У меня целая очередь тут принимает. На 100 баксов. Что мне с ними делать? Там денег много. Что? Нет еды, да? Да, походу. Сейчас вот это купим. Теперь ты можешь улучшать кафе, нанимать помощников и даже покупать шапочки. О! Шапочек, удачной игры! Если тебе понравится, оставь хороший отзыв. Потом оставлю. К. А. К. Кофе. Применить. Видишь, что я применил? Только он пойдет через пару секунд. Ага, насадили 5 лет. 107 баксов. О. Постер 107 баксов? Что? Ну-ка. VIP-клиенты. Скорость готовки. Мороженое сейчас появится. VIP-клиент будет нас один ходить. Сколько стоит шляпка? А, я могу покупать шляпки. Или за рекламу какие-нибудь. Блин, как-то с дорогой. Дорогой. Что мне такое для Симбы? О, это что, шапка Журы? Журы 24К? Ну, вы даете. Еще одна шапка с Чикенгана. И еще одна только с другим названием. Так, фруктовая тоже была. Блин, тут много взято с Чикенгана. Ну, и кто-то тоже решил взять, типа. Блин, о, шапка Динамайка. Это 3 косаря. Грибок из Марио. О, вот мне коробка за рекламочку. Думаю, дать посмотреть рекламу, думаю, на этой серии достаточно. Да, получить. Я нажимаю. 500. А я что, реклама сработала? И это не просто реклама. Если просто реклама, то ничего страшного. Серия так уже, наверное, по 20 минут идет. Ну ничего страшного. Может, еще полчаса, да ничего страшного. В следующей серии продолжим. Помните, в следующей серии через 4 лайка. Например, 4 лайка, если вам понравится. То тогда я буду выпускать серии. Я буду даже, наверное, делать особенные превьюшки. Но лучше, наверное, не буду, потому что... Ток-то маленький. Ну, каждая превьюшка привлекает, например, если на ней поставить голых тянок, то тогда это привлечет кого-то внимание. Но я этого делать не буду. Всё. И... как шляпу взять? Получить? Закрыть? Или я должен их по очереди открывать, по-вашему, да? Сколько первая шляпа тогда стоит? Я просто уже немножко забыл. И надо получить 60. Первая шляпа за рекламу...
Я нажимаю получить, не получается. Исправьте баг. Ладно, вот такой видео. Всем пока, удачи и хорошего настроения.